На нашем канале стартовал сериал «Подкидыши». В основу сюжета легли реальные истории борьбы за жизнь и счастливое будущее брошенных малышей. Не пропустите новую серию сегодня в 20:50 на 41-м домашнем. Полезный вечер продолжит справочное бюро, а сразу после этого вместе с Галамартовной отправимся на китайскую фабрику елочных игрушек. Что это такое? Вот это удача! Я же обещала вам, что сегодня вы и увидите другими глазами! Вперед! Сейчас бабушка находится на самой старинной улице Иу. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Ребята, я вас тоже люблю. La fiesta del barrio, pa pam pam. Oh, la fiesta del barrio, la la pam, ba la 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 pam, ba pam pam. Ой, ой, ой. Опоздала. Ну, а сейчас я вам расскажу, как работает ИУ, и покажу процесс производства изнутри. Посмотрим, готовы ли работники к беспрецедентной проверке. Ведь их ждет встреча с прекрасной, но абсолютно беспристрастной справедливостью. Ежедневно на изготовление шаров тратится 3,5 тонны пластика. Пластик насыпают в машину, нагревается и в виде колбаски спускается, попадает в пресс. Там он надувается и выходит в форме шара. Каждый шар обрабатывается вручную, а лишний пластик выбрасывается. После того, как лишний пластик отобрали, шар попадает в цех для покраски, где приобретает яркий вид. После покраски шары попадают в специальную печь, где сушатся несколько минут. Технология покраски шаров отличается, поэтому некоторые из них сушатся на открытом воздухе. Так, молодцы, шары по цветам расфасованы, ага, надежда на тебя вся была, а? О, умничка моя, огонь! Так, 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 о, не знала бы, подумала, что это шашлыки. Так, 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 и как всегда мы приехали без предупреждения. Так-так-так, проверим. Ага, чисто! Наконец-то мы добрались до завершающей части, до раскраски шаров! Так-так-так-так, что тут у нас? Мадам, освободите место профессионалу. Так, все очень простенько, ровненько по линии. Ой, ну ничего тут, чуть-чуть ушла. С дистанции. Да даже сейчас очень модно, новая тенденция. Осталось дело за малым. Блесточками, блесточками надо украсить. А, держи, учись, студент. Рекурда.
Ребята, ребята, до Нового года осталось совсем немного, как полгода каких-то, времени нет! О, ну это в тренде. Сейчас такая форма очень даже актуальна. Эта машина с ленточным штампом из клея уже спускает шар для того, чтобы сверху осыпать блесточками красивыми. Это что такое? Ага, это понятно. Это не специально отбирают брак, чтобы он не попал на прилавок ни в коем случае. Ага. Ничего не бьется. Все для людей. Ну а сейчас мы находимся возле машины, которая не вручную раскрашивает наши шары, а с помощью трафарета. Принцип очень простой. Значит, трафарет отправляется, чтобы набрать краски, затем он возвращается, чтобы отпечатать эту краску на шаре. Пожалуй, этот шарик я возьму с собой. Ага! Что-то тут нечисто. Фу, чисто! Ну вот, наконец-то, это красота и на прилавках. Быть может, именно этот шар украсит вашу елку в новогоднюю ночь. О, пойдем тусить. Ой, сейчас, девочки, я пока макияж отправлю.